Всех приветствуем в рубрике гайдов по Grounded. Сегодня мы добудем палку-щипалку. Кто-то может строить для этого лестницы и прочие сооружения, но внизу находятся жуки-бомбардиры, поэтому целостность вашей постройки может быть под угрозой. Мы же пойдем через верхний двор. Вот прямиком до этого места с одуванчиком. Кстати, обязательно захватите с собой пушинку и взрывчатку, понадобится всего одна штука. Примерно с этого края нужно спрыгнуть и, аккуратно спускаясь, попасть в расщелину между камнями. Взрываем дверь и оказываемся в лаборатории. Тут есть полезный лут. Гнилой ягодный шарм и, конечно же, громила-щипач, прямо в мусорке. За стеклом видно ягоды с зубами. Интересно, в дальнейшем это как-то обыграют разработчики? Полученное оружие имеет неплохие показатели и интересный эффект, когда во время атаки может сработать разряд молнии. Очень прикольно. А на этом гайд окончен. Если видео оказалось полезным, мы рады, но мы будем более рады, если поставишь лайк и подпишешься, ведь у нас еще очень много интересного.